Добрый вечер. Я рада приветствовать всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня у нас с вами будет не очень долгое видео, в котором я расскажу, во-первых, об аромате, который я получила по обмену. Вы видите его перед собой. И, во-вторых, о заказе уходовой косметики из интернет-магазина марки Аравия. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, аромат. Аромат по обмену. Это аромат от Keiko Micheri, тот, который я получила. По-моему, эта марка читается именно так, Keiko Micheri. И сам аромат называется Datura Blanche. Концентрация Eau de Parfum. Ну, что мы видим перед собой? Перед собой мы видим коробку чуть-чуть рифленого картона, достаточно плотную. Здесь у нас наклеечка марочная. Изначальный объем флакончика 75 мл. Я получила неполный флакон по обмену. У меня здесь 30 мл в флаконе. Вот такой вот красивейший флакон темного стекла. Здесь сзади можно подсветить фонариком и увидеть, что количество жидкости чуть-чуть меньше половины. Ну, да, я уже сказала, заявленный объем флакона 75 мл, я получила чуть меньше 30 мл. 35, вру. Значит, это аромат от марки Keiko Micheri Datura Blanche. Значит, что это за аромат, какие в него входят ноты? Это аромат 2009 года, и композиция включает в себя такие ноты, как дурман, гелиотроп, бобы тонко, мирра, индийская тубероза, горький миндаль и мадагаскарская ваниль. Вообще весьма интересные ноты, и, как мне кажется, аромат, вот, когда я смотрела, да, выбирала, соглашаться, не соглашаться, что выбрать, потому что девушка хотела получить аромат, который у меня был. Вот, я увидела вот этот аромат Datura. У Serge Lutens есть совершенно шикарный аромат, да, с дурманом. Как он у него называется, я забыла. Забыла. Ну, как обычно, все вылетает из головы. Вот, он мне нравится. И я решила, что вот этот дурман, он должен где-то себя еще проявить. И посмотрела на этот аромат от Keiko Micheri, посмотрела отзывы, ноты. И решила, что он должен быть достаточно интересен и, возможно, он мне подойдет. В общем, я его получила. Вы знаете, это совершенно потрясающий аромат. По крайней мере, вот из крышечки он пахнет просто изумительно, завораживающе, восхитительно. Это действительно нечто дурманящее. Я пока что получила его позавчера буквально. И решила чуть-чуть отставить в сторону. Но то, что я ощущаю из крышечки, я считаю, это нечто восхитительнейшее. Просто изумительное. Пока что я очень довольна обменом. Очень. Изумительная вещь. Обязательно в ближайшее время буду его носить. Ну и следующая часть нашего видео — это заказ уходовой косметики марки Аравия в их интернет-магазине. Марку Аравия я не знала до этого времени, я не была с ней знакома, я только видела отзывы на нее время от времени, девочки рассказывали о продуктах от этой марки. Мне она вообще-то была интересна, потому что отзывы на нее, как правило, были очень хорошие, ну и я смотрела, лазила на сайт и понимала, что я вообще-то хочу познакомиться с этой маркой. В общем, буквально, ну сколько... Какое-то время назад, несколько дней назад, я в очередной раз как-то вот проходилась по разным сайтам, смотрела, то все 5-10, и на сайте Аравия были скидки. Я решила, что пришло время воспользоваться и познакомиться с этой косметикой. В общем, я сделала заказ в интернет-магазине. У меня несколько позиций. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 позиций. Продуктов чуть больше, потому что я взяла один набор
кремиков от Аравия. И давайте я вам сейчас покажу, что же я взяла. Сам заказ я получила сегодня. Забрала как раз из пункта выдачи Boxberry. Вот я уже распаковала коробочку. Она стоит рядом со мной на полу. Но я еще ничего не смотрела. Просто продукты сложены в коробке. Давайте я буду доставать и показывать, что же у меня было в этом заказе. Ну, давайте вот, что ближе ко мне. Первый. Вот такой вот крем. Это у нас крем для тела, увлажняющий, лифтинговый. Вот мы видим здесь у нас у Аравия, у марки Аравия, по-моему, она позиционирует себя как натуральная косметика. Здесь у нас сертифицированная органическая косметика, сертифицированные органические ингредиенты. Вот здесь значок у нас. Написано, что 100% натуральные активные компоненты. Какие именно? Розовый грейпфрут, зеленый чай, масло ши, масло жижаба, сладкий миндаль, аллантоин и пантенол. Вот такой вот крем для тела. Розовый грейпфрут, крем для тела увлажняющий и лифтинговый. Что здесь у нас? Объем большой, 300 мл. Вот, крем для тела. Я еще взяла один крем для тела. Так, это не он. Вот. Я взяла еще вот такой вот крем для тела. Здесь написано органик, тот же самый значок. Сертифицированные органические ингредиенты. Это вот у нас крем называется Spring Flower. Крем для тела питательный, цветочный. Здесь у нас тоже 100% натурально активные компоненты. Это белый лотос, масло ши, масло оливы, пантенол, коллаген и витамин Е. Объем тот же самый, должен быть 300 мл объем. Да, вот так вот. Значит, я взяла два крема для тела объемом 300 мл. Я, конечно, привозила кое-что из Германии, вот когда ездила зимой, но я так посмотрела, у меня запас кремов мне до июля, скажем так, не хватит, до моего отпуска, потому что как-то я в этот раз разлетелась, я привезла кучу гелей, я привезла крема для лица, их много, я, правда, еще подкупила. Вот, но для тела как-то у меня там осталось где-то 3 кремчика, поскольку у меня крема для тела я люблю. Я люблю крема для тела, то мне, ну, точно не хватит. Вот, продолжаем говорить об Аравии. Вот такое вот ведро. Что же еще? Ведро крема для рук. Спа-маникюр, крем-ойл, крем для рук с маслом органа и сладкого миндаля. Об этом креме я слышала много хвалебных отзывов. Вот именно с маслом органа и миндаля. И мне очень хотелось его попробовать. Крем для рук. Крем-масло предназначено для проведения расслабляющего массажа и так далее и тому подобное. В общем, здесь у нас такой интересный кремик. Я говорю, я давно хотела с ним познакомиться. 12 месяцев с даты открытия. Вот 12-19 это что? Изготовление... Да, по-моему, наверное, это дата изготовления 12-19. Здесь у нас 550 мл, ну, ведро. 550 мл крема для рук. У меня есть крем для рук. У меня крем для рук лежит в запасах еще раз, два. И еще, наверное, тюбиков 5 точно у меня есть в запасе по 75 мл. Но у меня крема улетают сейчас вот... Март, апрель, май, у меня минимум 2-3 крема в месяц вылетают, так что все равно надо будет покупать. Ну и вот эта вот огромная бадья, я надеюсь, мне хватит на какое-то время. Так, что я еще купила? Я взяла вот такую вот штучку. Это у нас пудра энзимная для умывания. Я слышала некоторые отзывы об энзимных пудрах как таковых. Хвалят разные энзимные пудры. Вот, мне тоже захотелось познакомиться, тем более, ну, Аравия, да, все-таки фирма, которая пользуется определенным уважением. И я заказала вот такую энзимную пудру для умывания от марки Аравия. Энзимная пудра для умывания. Так, что мы можем про нее сказать? Воздушная мелкодисперсная пудра для очищения кожи на первом этапе
косметологической процедурой. При соединении с водой взбивается в мягкую пену, которая глубоко очищает поры от загрязнений, удаляет остатки макияжа. Благодаря энзимам папайи, полученным из млечного сока, нежно отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, устраняет пастозность, обеспечивает ровный, гладкий, фарфоровый цвет кожи. Идеально подходит для всех типов, в том числе для чувствительной. Так, меры предосторожности: не наносить на поврежденную кожу, не вдыхать. Так, 11-19, наверное, это срок изготовления, я так, наверное, полагаю. Так, ну и 150 здесь у нас миллилитров объем. Буду пробовать. И последнее. О, под слоем пленки у нас лежит все это. Последнее, что я заказала от марки Аравия. Еще и завернуто все. Это вот такой, я пока тут шуршу. Это вот такой вот наборчик, вот. Так. Сейчас я все это сдвину. Вот такой наборчик. Здесь написано «Spa Manicure», «Beauty and Care» и так далее, и тому подобное. Вот такой вот наборчик. Лимитированный набор кремов для кожи. Бархатный уход. Итак, что входит в этот набор? Давайте я пока не буду вскрывать. Вот. Что входит в этот набор? Первый. Крем для лица, интенсивно увлажняющий, с мочевиной. 100 мл. Активные компоненты – это мочевина, 10% мочевины. Масло виноградное, масло кокосовое, масло какао, сорбитол, комплекс аминокислот и бетаин. Крем для лица с мочевиной. Это интересно. Дальше. Следующий у нас компонент. Крем для рук с маслом макадамии и карите. Это уже другой, потому что вот, который я заказала, крем для рук, это с маслом органа и сладкого миндаля. А здесь у нас с маслом макадамии и карите 100 мл. Так. И третий продукт – это шелковый крем для ног с пудрой «Силки крем». Тоже 100 мл. Я смотрела на этот шелковый крем для ног с пудрой. Мне было интересно его заказать. Но я когда увидела этот наборчик, я решила, что закажу-ка я его в составе набора. Ну вот, собственно говоря. Срок изготовления, по-моему, 01.20.20 года. Как я понимаю, это вот изготовление, а не срок годности. Так. Ну что, собственно говоря, вот это вот заказ от марки Аравия, который я сделала. Два крема для тела, крем для рук, огромная бадья, энзимная пудра для умывания и вот такой вот трио кремов. И последнее, что я, наверное, сегодня покажу, это я как раз сегодня купила, когда заходила забирать заказ от Аравия. Я зашла в магазин «Магнит Косметик» и купила там вот такую вот прелесть. Это масло от марки Stellary. Масло для губ от марки Stellary. Вот. Этот продукт я подсмотрела у Герти Вайн. По-моему, она отзывалась о нем весьма неплохо. Мне захотелось познакомиться с маслами для губ. У меня вот, честно, нет ни одного. И сегодня я как раз приобрела вот это масло от Stellary. Оно еще не вскрытое, как вы видите, я вот принесла его домой. Мне оно обошлось всего-то в 215 или 216 рублей. В Магнит Косметик скидки на марку Stellary. Скидкой, по-моему, порядка 40%. Оно стоит больше 300 рублей. А я его купила за 216 или 215 рублей. Вот так. Собственно говоря, это все продукты, которые я хотела вам сегодня показать. Спасибо вам за внимание, за активность. Всего хорошего. До свидания.